Здравствуйте, дорогие друзья, и с вами Людмила Головацкая. Сейчас я вам хочу опять дать такое расслабление, где достигается, где развиваются экстрасенсорные способности у каждого человека, и оно более немножечко сложнее, чем предыдущая глубокая релаксация, которая мгновенно я вас вводила, и оно хорошо запоминается в вашем сознании. Вернее, это уже переходит с вашего сознания в подсознание. И сейчас опять сядьте, пожалуйста, удобно, в какое-то удобное место, где вас никто бы не тревожил. И оно, где описано уже в предыдущих упражнениях. И закройте глаза. Визуализируйте, пожалуйста, спиральную лестницу, ну, которая по кругу идет, да, как спиралька, с 10 ступенями, ведущую в подвал. Закрыли глаза и четко увидели спиральную лестницу. И вы стоите на самой верхней ступеньке. Почувствуйте эту лестницу. Увидьте своим внутренним зрением ее ступеньки. И начинайте спускаться на первую ступеньку и произносите такую фразу: «Более глубокий уровень сознания». Каждая ступенька, сейчас вы входите в более глубокий уровень вашего сознания. Продолжаем спускаться на вторую ступеньку. И опять вы говорите: «Я вхожу в более глубокий уровень своего сознания». Теперь, итак, каждый раз повторяете ступенька 3. Я опять вхожу в более глубокий уровень своего сознания. Ступенька 4. Я вхожу в более и более глубокий уровень своего сознания. Чувствуйте эту глубину вглубь себя. Ступенька 5. Я опять все более и более глубже вхожу в глубокий уровень своего сознания. Чувствуйте это. Ступенька 6. Я вхожу более глубокий уровень своего сознания и в глубину своей мудрости. Ступенька 6. Я вхожу более глубокий уровень своего сознания и свою внутреннюю мудрость. Ступенька 5. Я вхожу в более глубокий уровень своего сознания и свою внутреннюю мудрость. Ступенька 4. Я вхожу в более глубокий уровень своего сознания и свою внутреннюю мудрость. Ступенька 3. Вы вошли уже в самый глубокий уровень своего сознания. Ступенька 2. Я уже в самом глубоком уровне своего сознания и своей мудрости. И ступенька 1. Я вошла и нахожусь здесь и сейчас в самом глубоком уровне своего сознания и своей внутренней мудрости. А теперь себе скажите: теперь я достиг или достигла основного уровня своего сознания и мудрости, которая позволит мне приступить к моим экстрасенсорной практике. Я могу достичь этого уровня по своему желанию с открытыми или закрытыми глазами.
Для этого мне надо мысленно сосчитать от 3 до 1 и 3, 2, 1. А сейчас откройте глаза. Повторите это же упражнение с открытыми глазами. Я рекомендую практиковать это упражнение как минимум раз в неделю. Теперь вы научились достигать основного экстрасенсорного уровня сознания или подходить к себе, как я говорю, все-таки это подсознание, да? Ну, сознание так переводят авторы к многие книг, но у нас есть сознание подсознание. Мы все-таки переходили в подсознание. Сознание – это наша левая сторона мозга, она никогда не спит, оно в медитациях спит, вернее, а подсознание никогда. Так что мы были в вашем подсознании. И вам просто понадобится посчитать 3, 2, 1, и вы оказываете свои внутренние мудрости. И тогда вы уже будете контактировать со своим вопросом Вселенной. И когда вы повторяете это упражнение, воображаемая лестница автоматически появляется перед вашим взором и усиливает ощущение. Чем больше вы это будете упражнение делать, всегда у вас есть какой-то вопрос. Не надо его делать большим, делайте его коротким, так, что вас поняли. Не надо там и рассказывать, почему и как и от чего. Просто задавайте короткий вопрос. Ждите, вам ответ. Могут не ответить, но в короткое время ответ вы поймете. Вы не надо вам знать, откуда придет. Это я вам точно говорю. Просто позвольте его принять и благодарите каждый вечер за работу. Вот просто я вам какой-то подвела вас к определенному рабочему уровню. Это простые такие техники, они очень быстрые, где вы можете легко говорить со своими ангелами, архангелами, говорить со своей интуицией, говорить на высоком, или это мы назовем там альфа-стейт, или мы назовем там дета-стейт, как там люди говорят. Но иногда это надо сделать очень быстро. Но, допустим, если мне надо быстро какой-то ответ или что поговорить с интуицией, я натренированная, у меня сейчас есть, это не один способ, у меня много разных таких способов, и это можно произвести, даже такой простой способ, как можно себе представить, что вы приходите из сознания, энергии сознания, переходите в энергию подсознания, из подсознания вы переходите в суперсознание, выходите в абсолют, и уже находитесь в абсолюте, но это еще, кто люди без практики, это не надо делать, потому что вам не надо идти без охраны и без защиты в эти энергии, которые вы не знаете и вообще это не делаете. Я вам это не советую. А если кто-то слышит и уже из опытных людей, практикующих, они это знают, как защищаться и знают, как выходить. Вы просто вот позвольте делать себе такую простую технику. И вот ежедневно вам она поможет в вашей жизни, чтобы, во-первых, она развивает ваши качества коммуникации со Вселенной, и с другой, мгновенно вы получите или в короткое время свой ответ. И вы здесь развивается очень хорошо чувство, у вас вот это быстрая, хорошая техника. Ну, всего вам доброго, приходите на сайт Гловацкий.ру, много там интересного, и до новых встреч. С вами была Людмила Гловацкая.